Владельцы велосипедов могут легко остаться без своего двухколесного транспорта, если не проявят бдительность. Тамбовские полицейские предупреждают, что в летний период традиционно увеличивается количество краж велотранспорта. Поэтому полицейские при патрулировании в парках, на улицах и местоходах останавливают велосипедистов, чтобы еще раз напомнить простые правила. Оставлять свой двухколесник лучше на велопарковке, обязательно пользоваться противоугонными тросами, которые необходимо пристегивать к раме, а не к рулю или колесу. Также по возможности ставить под камеры видеонаблюдения их, чтобы преступников это пугало и не давало возможности похищать велосипеды. Не передавать, соответственно, свои велосипеды неизвестным лицам, так как в последующем они не возвращаются. Если все-таки противоугонные приспособления не помогли, о пропаже велосипеда необходимо сразу сообщить в ближайший отдел полиции. Практика показывает, по горячим следам шансов найти велосипед больше.